you and I go hard at each other like we're going. Внуча, а ты чего это без настроения? Я потеряла AirPods'ы. Жопсы? Бабуля, AirPods'ы. Это такие наушники без проводов. До чего техника дошла? О, слушай, я сейчас поеду в город, могу тебе жопсы купить. Правда? Спасибо, спасибо, спасибо. Добрый день. Отдайте мне, пожалуйста, жопсы. Чего? Ну, это такие беспроводные наушники. А AirPods, что ли? 2000. Сколько, сколько? Внуча, эти твои жопсы такие дорогие. Но ты не переживай, мы сейчас свои жопсы сделаем. Вот, и все, внуча. Сегодня был праздник. Я жрала как не в себя. А еще я сперла у мамы помаду. Сейчас накрашусь и пойду гулять с Олегом. Но вдруг, откуда ни возьмись, появилась зубная боль. Я начала скорее чистить зубы. Ела соду. Так, стоп, зачем я это делаю? Полоскала водой. Но зубная боль постоянно выла. Позвонила в поликлинику. Но из-за опухшей щеки не смогла нормально говорить. В больнице подумали, что я пьяная, отключились. Я решила попросить помощи у бабули. Бабуля предложила выдернуть зуб с помощью нитки. Я сказала, только не нитка. Тогда бабуля достала нож. И разрезала яблоко. Бабуля направила меня в Мишину комнату. Бабуля сказала, чтобы я встала возле двери. Бабуля пнула дверь со всей силы. Я улетела. Вау, круто, больного зуба больше не было. Правда, двух передних зубов тоже больше не было. Ситуация так себе. Я собиралась пойти погулять со своим парнем. Зашла мама, сказала, что малого завтра утренний в честь 8 марта. Я сказала, круто, я пошла. Мама сказала, нужно подготовить песню. Сказала, круто, я пошла. Мама сказала, что я этим займусь. Сказала, почему я? Почему не отец? Хотя я забыла. Отец же 23 февраля еще не приходил в себя. Мама сказала, что ей некогда. Я должна порепетировать с братом. Зашла посмотреть, что малой делает. Опять вешал моего единорога. Я предложила малому спеть песню «Мамонтенка про маму». Малой сказал, что это полный отстой, и он уже выбрал себе песню. Я не стала возражать. Поздравить наших мам вы. Иванов Михаил, аплодисменты! Я родился где-то под забором, черти окрестили меня вором. Ах, мама Джан, и с тех пор кайфую я. You and I go hard at each other like we're going. Сегодня мне позвонила дочь олигарха и сказала, нужно поговорить. Я сказала, не нужно. Дочь олигарха сказала, что разговор очень серьезный. Как она попадает ко мне домой? Дочь олигарха сказала, что скоро 8 марта. И сказала, и что? Занять тебе денег? Как же классно! Я пошутила. Дочь олигарха сказала, что она не знает, что маме подарить. Сказала, лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Что она делает лучше всего? Дочь олигарха сказала, что лучше всего она читает папины деньги. Да. Дочь олигарха спросила, что я подарю своей маме. Я протянула свой шедевр. Рисунок, который я рисовала целый год. Дочь олигарха спросила, тут что? Кого-то вырвало? Ай, что эти богатенькие понимают в живописи? Ситуация так себе.